Ну что, уважаемые товарищи, вот и прибыли мы на дачу. Какой красивый лес. Вот он какой, весь белый-белый. Вот он сад. Высадили. Вон одно дерево только еще посадим, все на это. Ну, количество обрабатываемых участков уменьшилось. Осталось под грядки только вот такое небольшое пространство. В этом году еще была вот эта зеленая лужайка, картошка сидела. Но Ирина Валентиновна решила все в газон. Поэтому вот он дом, который долгострой. Но, видите, добавили трехметровый, получается у нас трехметровый веранда трехметровая. То есть расширили до 3 метров ее. Ну и Андрюха предложил еще вот с этой стороны 3 метра. То есть, грубо говоря, 1, 2, 3, 4 ряда уйдет клубники. Все, а там дорожка будет. То есть клубники этой, грубо говоря, не будет. Может быть, сделаем так, клубнику дождемся, собьем ее, а потом забетонируем. Наверное, будет так. Ну, в этом году я укрыл лучше, чтоб не разрушалось, поэтому не дом не мокнет. Нормально все в этом отношении. Ну, беседка беседкой, а вот и наша баня. Вот она, красавица. Видите, какая? Со столбами, с террасой. Все, все путем, как положено. Так что вот внутренние работы сделаем, потом за наружку возьмемся. Так что как-то вот так вот. Конечно, все собственными руками, и печку, и крышу. Все ручками и молоточками. Вот сейчас, Андрюха, пока... Только не забудь эту достать штучку. Так что вот так вот. Сейчас холодильник дикий. Холодно, минус 6 градусов. Вот это мы вот приехали 2 недели, наверное, назад и выкопали траншею. Это будет у нас от гуська. Задвижку открой только. Вот от гуська. Вот будем протягивать кабель. Здесь 3 выхода с него. Значит, это вот здесь вот 2. И с той стороны там 1. Вот он. И вот такая траншея с этого будет. А здесь мы с ней сойдемся, с этой траншеей, этими 2. Проложим также вот здесь вот до сюда. И дальше пойдет на беседку. И потом ровненько на дом сделаем выход. То есть примерно так. А в доме вход вот здесь. Я заложил гильзу для входа в дом. Вон она видна под террасой. Ну, вот как-то так. Ну, терраса небольшая по ширине. Получается, что возле стенки можно будет сесть и стол. А протиснуться с другой стороны, но это только если кто-то стоя. Ну, тоже фуршет, буршет, шведский стол. Подошел, выпил, лизнул и пошел дальше. Потому что где-то здесь надо будет делать мангал, это я так хочу. А снести и сделать здесь зону отдыха. Ну, не знаю, зажег он, не зажег. Да, дым идет. Идет дым, все хорошо. Ну что там у тебя? Ну дым идет. Ну вот как-то вот так вот. Ну остальное согреемся, потом буду остальное рассказывать. Все.